Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на моем канале. И сегодня мы будем делать с вами вот такую простую очень мышку или крыску. Символ 2020 года. Она делается очень просто. И подойдет для начинающих. Для работы нам понадобится пряжа. В данном случае я использую белую пряжу Yarn Art Jeans номер 62. Крючок номер 3. Черные нитки для вышивания носика и глазок. Маркер, чтобы мы не потерялись в рядах. Игла для пришивания носика и глазок. Ножницы для отрезания нити, а также розовый пастельный карандаш и кисточку, чтобы сделать наши ушки и щечки красивыми розовенькими. А также нам понадобится наполнитель для игрушек. Я использую вот такой. Ну что ж, приступаем к работе. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик. Делаем кольцо. Заводим крючок под низ. Выводим ниточку. И делаем воздушную петлю. Весь наш процесс будет состоять из столбиков без накида с прибавками и убавками. Прибавка это в одну петелечку мы будем делать 2 столбика без накида, а убавка это из 2 петелечек мы будем делать 1 столбик без накида. Мы сделали колечко и теперь делаем 5 столбиков без накида. Раз, два. 3, 4, 5. Затягиваем нашу петелечку, чтобы получилось вот такое колечко. Соединяем с первой петелечкой. Теперь будем делать 5 прибавок по кругу. В одну петельку мы делаем 2 столбика. 1, 2, 3, 4. Теперь мы будем прибавки делать через одну петлю. Сначала делаем 1 столбик без накида, следующий прибавка. И так 5 раз. Раз. Два. Три. Четыре. И 5. Следующий ряд мы будем делать через 2. Столбик без, через 2 петелечки прибавочку. В третью будем делать прибавку. Итак, 5 раз. Раз. Два.
3. Четыре, пять. Теперь смотрим, что у нас получается. У нас наш кружочек увеличивается и немножко встает вот таким выпуклым. Теперь смотрим, у нас тут есть такие выпуклости, где нам удобно будет видно, в какую петелечку делать прибавку. Раз, два, три, четвертую делаем прибавку. Раз, два, три, четвертую прибавка. И так пять раз. Дальше мы делаем 4 столбика без накида. И в пятую петелечку делаем прибавку. Это будет наш последний ряд с прибавками. Раз, два, три, четыре. Прибавка. И так 5 раз по кругу. Вот мы сделали очередной ряд. Дальше ставим маркер. И вяжем 5 рядов без прибавок, просто по кругу. В каждую петельку по одному столбику без накида. Так, 5 рядов. Провязали мы 5 рядов. По кругу, вот раз, два, три, четыре, пять. Переставляем маркер. И теперь для того, чтобы наш носик у мышки был остренький, мы будем делать убавки. Так как последний ряд прибавок у нас был 4 петли и в пятую прибавка. Точно так же мы будем делать убавку. Мы делаем 4 петли по столбику без накида. Раз, два, три, четыре. А пятую, шестую провязываем вместе. Я делаю вот таким образом. Первую петельку завожу крючок. Захватываю нить, не провязывая, завожу во вторую петельку нить и провязываю 2 петли вместе. Вы можете это делать так, как вам удобно. Можно просто 2 петельки провязывать вместе. И так делаем по кругу. 4, 1, 2, 3, 4. И убавка. 2 петельки вместе. Раз, два, три, четыре. 2 петли вместе. Раз, два, три, четыре. 2 петли вместе.
И последний раз. Раз, два, три, четыре. Две петли вместе. Следующий ряд провязываем без убавок по кругу в каждую петельку столбик без накида. Провязали. Следующий ряд мы снова делаем убавки. Три петельки по одному столбику без накида. Четвертая, пятая вместе провязываем, то есть делаем убавку. Раз, два, три, две вместе. Раз, два, три, две вместе. И так по кругу пять раз. Провязали мы очередной ряд. Следующий ряд мы снова делаем по кругу без убавок в каждую петельку по столбику без накида. До конца ряда. Вот очередной ряд наш готов. Переставляем маркер для удобства подсчета рядов. Следующий ряд мы делаем убавки через две петелечки. Провязываем один столбик без накида, второй столбик без накида, убавка. Первый столбик без накида, второй столбик без накида, убавка. И так до конца ряда 5 раз. Провязали мы очередной ряд. А теперь смотрите внимательно. Чтобы носик был остренький, сейчас мы будем делать 2 круга без убавок. В каждую петелечку столбик без накида. Итак, 2 круга. Провязали мы 2 круга без убавок. Вот смотрите, что у нас получается. Переставляем маркер. И теперь делаем убавки через одну петелечку. Столбик без накида, убавка. Столбик без накида, убавка. И так до конца ряда. Провязали мы очередной ряд. Вот у нас уже сужается наше тельце. И сейчас мы снова провязываем 2 ряда. Столбики без накида в каждую петельку. Без убавок. 2 ряда. Провязали мы 2 ряда. По кругу у нас совсем маленькое отверстие получается, и в самый раз наполнить нашу мышку наполнителем. Берем наполнитель и очень плотно набиваем тельце нашей мышки наполнителем, чтобы она была плотная, тугая, держала форму. Вот так по чуть-чуть проталкивая
наполнитель вовнутрь. Так как палец мой туда не влезает, я помогаю обратной стороной крючка. Вот я наполнила мышку. Теперь будем закрывать носик. Продолжаем вязать убавки через одну петельку. Столбик без накида, убавка. И так до конца, пока полностью наше отверстие в мышке не закроется. Это немножко сложно, потому что становится уже туго вязать, но нам надо это сделать, чтобы носик нашей мышки или крыски был остренький и красивый. Вот так довязали мы до конца. Нам надо закрыть отверстие. Закрываем. Отрезаем нашу ниточку, оставляем кончик сантиметра 5 для того, чтобы его спрятать, закрепить. Вот так. Прячем кончик. Я еще закрепляю вот таким узелком. Для надежности и затягиваю кончик вовнутрь. Так. Протягиваем вовнутрь и прячем между наполнителем. Вот. Дальше наполнитель распределяем к носику. Равномерно, чтобы и носик у нас был плотненький. Вот таким образом распределяем. И у нас получилась готовая основа. Дальше вяжем ушки. Делаем кольцо амигуруми. Заводим крючок под низ. Делаем воздушную петельку и провязываем по кругу 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем колечко. Соединяем с первой петелькой и делаем 6 прибавок в каждую петлю по 2 столбика без накида. 1, 2, 3. Шесть. Следующий ряд. Делаем прибавки через одну петельку. Столбик без накида. Прибавка.
Так, 6 раз. Столбик без накида. Прибавка. 2. Столбик без накида. Прибавка. 3. Четыре. Столбик. Прибавка. 5. Столбик. Прибавка. 6. Получилось у нас вот такое колечко. Отрезаем нить сантиметров 15-20 для того, чтобы пришить наше ушко. И вот таким образом, смотрите, соединяем через 2 петельки краешек нашего ушка. И выворачиваем вовнутрь. Кончик, который у нас тут остался, можно провязать вместе под низ, а можно спрятать, так как я сейчас делаю, поскольку я забыла его захватить, когда вязала второй круг. Но это не страшно, все поправимо. Мы ниточку прячем. А лишнее и отрезаем. Одно ушко у нас готово. Второе делаем аналогичным образом. Вот мы сделали 2 ушка. Теперь нам их надо пришить. Берем одно ушко, нашу основу, и отсчитываем от начала где-то 10 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На этом уровне прикладываем ушко. Смотрим, как оно у нас получится. И пришиваем к нашей основе. Так плотненько. Пришили наше ушко. Вот так. Вот оно хорошо уже сидит. Плотненько. Со всех сторон. Закрепляем ниточку. Прячем ее. Я вот таким образом протягиваю. И отрезаю. Теперь смотрим, чтобы пришить нам второе ушко, нам надо его приложить вот приблизительно где-то через 3 петелечки на том же ряду от соседнего ушка. Пришиваем сами, дальше продолжаем вместе.